Я больше не буду, как призрак, бродить по серой пустыне из депрессии и таблеток рецептурных. Вот здесь лежат мои картины. Просто я рисую, вкладываю в них душу. Я ниоткуда не срисовываю, не... То есть, как вот художник с натуры срисовывает. Просто я, не знаю, это по наитию, как у Марка Шагала примерно. Теперь я обрел свой смысл жизни, потому что это самый правильный путь. Рисовать спокойно, никому не мешая. Дневной свет, что нужен для этого. Куплю себе какой-нибудь дешевенький компьютер, чтобы выкладывать рисунки. Интернет 200 рублей в месяц. И больше не буду думать и заниматься всякой ерунде. 9-й этаж пытаться залезть, там это. Страдать, что нет друзей, что нет подруги. Буду просматривать свои видео, смотреть, где лучше, где что хуже получилось в процессе рисования. Постоянно буду занят вот этим рисованием. Не будет такого, что я буду идти и чувствовать пустоту, как обычно. Все мысли будут погружены в этот мир создания картин вот этих, которых сложно даже объяснить, описать. Но что-то в них действительно есть. И пусть мои родственники, им не нравятся мои картины, им не интересны и не нравятся, и в моем городе никому не интересен. Но эти люди из Москвы, некоторые, там пару-тройку человек, 4 человека, максимум 5. Один из них, по-моему, из Петербурга. Вот они морально поддерживают меня и действительно верят в мои картины и в меня как художника. Это очень много стоит для меня. Спасибо вам огромное. Я стараюсь так сделать свою жизнь, чтобы не тратить ее на ерунду, а посвятить ее творчеству.